Мам, что-то у меня сегодня совсем нет настроения. Животик болит, хочется плакать. Если ваш малыш стал беспокойным, менее активным, у него ухудшился сон и пропал аппетит, это могут быть первые признаки острого гастрита. Это заболевание чаще всего встречается среди детей дошкольного возраста. Доктора считают его одним из самых распространенных среди малышей. Возникает острый гастрит от переедания, стрессов, иногда после приема лекарственных препаратов или передается по наследству. Тяжелых форм гастрита и тех форм гастрита, которые мы встречаем во взрослом возрасте, приводящих к язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, в этом возрасте вы практически не встретите. Вначале гастрит проявляется рвотой и болями в животе. В таком случае, что нужно делать первое, это быть на связи с доктором. Потому что развитие заболевания может идти остро, он потому и называется острый гастрит, то есть может развиваться очень быстрое обезвоживание. Поэтому очень часто это требует госпитализации. При первых симптомах острого гастрита врачи советуют проверить уровень кислотности в желудке малыша. Если он превышает норму, постарайтесь исключить из рациона бульоны, кислые фрукты и соки. Давайте ребенку каши, супы и молочные продукты. Мама, может, мы не будем сегодня есть? Аппетита что-то нет вообще. Когда ребенок только заболел, не вредно будет, если он немного поголодает. Вместо обычного приема пищи предложите ему попить теплый чай, отвар шиповника, мяты или ромашки. Когда же аппетит вернется, кормите малыша не меньше 5 раз в день, но небольшими порциями. Мамуль, давай скорее выздоравливать. Я больше не хочу, чтобы у меня болел животик. Счастье в доме, Олик нет.